Появление настоящего российского Деда Мороза как чудо. Об этом ребята мечтают и просят в письмах главному волшебнику страны. А таких посланий он получает около 500 000. Ответы для самарских детей Дед Мороз привез с собой. Первая по волшебству зажженная елочка в театре «Самарская площадь». Здесь праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это момент будто из сказки, где все болезни уходят, а остается только радость и улыбки. Сегодняшний праздник, он особенный тоже для нас, потому что были ребятишки, те, у которых по тем или иным причинам не совсем они комфортно себя чувствуют. Для детишек-инвалидов в этом году подготовлено еще достаточно много интересных мероприятий. С нетерпением Деда Мороза ждали маленькие пациенты первой городской больницы. Это Дедушка Мороз заморозил щеки, нос. Эту больницу Дед Мороз из Великого Устюга посещает ежегодно. Каждый маленький пациент получает сладкий подарок. Ребята под большим впечатлением. Мне весь сам понравился. У него красивый костюм. И он очень высокий. Я хочу такой же быть. Он человек такой интересный. Он с харизмой такой особый. Это же дети. Они не умеют болеть так, чтобы болеть. То есть они должны радоваться. От этого происходит быстрее все и выздоровление, и настроение. Ждали Деда Мороза и в самарском цирке. Девчонки из танцевального ансамбля «Конфетти» первым делом побежали с ним фотографироваться. Волнение не только от встречи с настоящим волшебником, но и перед ответственным выступлением. Мы будем танцевать рок-н-ролл под танцовку для жонглера. Мы учили его где-то за неделю. 2000 самарских ребят, которые в этом году добились особых успехов в учебе, творчестве, спорте, получили приглашение на городской праздник. Дед Мороз признается, дети удивили его и талантами, и безгранично позитивным настроем. Тут такие замечательные ребятишки. Глазки у этих ребятишек искорками светятся, лица улыбками озаряются. И в преддверии Нового года для меня это самая большая хорошая награда. Вижу, что тут, в Самаре, ребятишки все счастливы. Совсем немного времени осталось до самого волшебного праздника, до Нового года. Этот праздник любим всеми нами с самого детства, потому что в этот день сбываются самые сокровенные мечты. А мы, как власть города, делаем все для того, ребята, чтобы вы хорошо развивались. Мы открываем новые детские сады, строим спортивные площадки, спортивные комплексы для того, чтобы вы росли здоровыми, счастливыми, умными. Марина Кравцова, Лариса Шалафа, Станислав Левин. События.